Вот видите, как удивительно время изменилось. Казалось бы, 19:00, привычные голоса здесь не звучат. Почему-то Сергей Асланян, это я, добрый вечер. На самом деле, вот теперь так выглядит верстка 2013 года. Цифра 13 в данном случае абсолютно счастливая, не стоит на нее смотреть косо и подозрительно. Разговор об автомобилях, о всем, что связано с ними, о тех проблемах, которые нас касаются. К сожалению, проблем нам подкидывают в основном, конечно, законодатели. Не мы с вами, заметьте, мы ведем себя гораздо более смиренно и спокойно, чем те люди, которые пытаются руководить нашей автомобильной жизнью. Они делают это чрезвычайно интенсивно. Если вы помните, весь предыдущий год недели не было, чтобы Государственная Дума, палата номер 6, не придумала что-нибудь оригинальное и интересное, регулирующее наши взаимоотношения друг с другом, а также с законодателем. Они не остановятся, и 2013 год будет точно таким же в этом отношении. Ничего нового они не придумают, но будут регулировать старые, то есть наши дорожные проблемы усугублять всеми способами. Это как раз, как всегда, идет под рефреном о мерах по дальнейшему улучшению. Жить станет лучше, жить станет веселей. Подоплека этого, конечно, всегда одна. Денег уже до такой степени не хватает, что брать их нужно с населения, поскольку войной мы ни на кого не идем и, соответственно, не можем под контрибуции подписать любое другое сопредельное государство, покоренное нами. Поэтому будем разбираться с собственным населением. У собственного населения есть несколько социальных слоев. Один из них ярко выраженный – это социальный слой. Могу даже позволить себе некоторую попытку настаивать на том, что это социальный слой. Социальный слой автомобилистов, он, во-первых, очень уязвим, он хорошо регулируется и дрессируется, и он платежеспособен. Поэтому год у нас будет изобретательным. Будем смотреть, как именно нас коснется забота государева. Для того, чтобы связаться со мной, вы знаете, на самом деле, вот тут ничего не изменилось, с прошлого года абсолютно все те же самые параметры. Телефон, пожалуйста, с удовольствием пообщаемся друг с другом по телефону. 65 10 99 6. Есть смски, это довольно интересный способ. Он пока не очень у нас с вами как-то развит. Мы с опаской относимся к кодам и нажиманию на кнопочки, но в пробках все-таки это тоже неплохой вариант. СМСки на номер 5533, начиная с буквы «Я», дальше пробел. Просто не всегда понятно, вот как этот пробел, как это «Я» и что такое 5533. Ну, есть определенные трудности, соглашусь с этим, мне тоже не всегда легко дается подобный подход. На сайте Финама, программы «Экипаж», есть способы задать вопросы. Письменно на них не отвечу, но в качестве темы для беседы всегда возьму. Причем некоторые вопросы бывают настолько интересные, что, прозвучав здесь на сайте в один день, они потом уже в эфире получают мое послесловие на следующий день. Так что отнеситесь к этому тоже без особого испуга. Вдруг какой-то очень актуальный вопрос пролетел мимо. Ничего подобного. Все увидено и со временем будет рассказано. У нас 1 января — это день, если помните, раньше весь советский народ отмечал Кубинскую революцию. И это был главный праздник, потому что 1 января что еще оставалось? Пить, есть пайковую икру. Пайковая — это икра из пайка. Из пайка был сыр Виола, икра и маленький кусочек финского сервелата. Вне зависимости от того, на заводе человек работал или в редакции какой-нибудь газеты. 1 января мы отмечали Кубинскую революцию. 1 января 2013 года мы с вами получили новые ставки транспортного налога в городе Москве. Инициатором удорожания нашей автомобильной жизни выступил товарищ Собянин. Он предложил еще осенью внести изменения в закон города о транспортном налоге. Депутаты, умнейшие люди, интеллигентнейшие, образованнейшие, специалисты во всех абсолютно сферах деятельности, оценив перспективу, а также неприятность последних 8 лет, ставки не поднимались, решили, что действительно пора, и ставку транспортного налога изменили. С 1 января у нас с вами в городе новые транспортные налоги. Примечательно в этой связи вот что. Если вы помните, год заканчивался на волне, а давайте-ка мы законодательно пощиплем богатых. Мы к 1 декабря должны были получить уже полностью ратифицированный, прописанный закон о налоге на роскошь, где автомобиль является, конечно, своей неотъемлемой частью, очень притягательной, которую хочется тоже пощипать. И тогда возник вопрос, вот роскошь, она по отношению к автомобилю исчисляется в рублях или в лошадиных силах? Лишь решили, что в лошадиных силах. Сначала подпрыгнули до 200 лошадиных сил, потом быстро перебрались на отметку в 300, потом решили, что роскошь — это все то, что
мощнее, чем 410, потом подумали и сказали 420 лошадиных сил, отправили в Минфин пожелание, он должен был кивнуть головой, он этого не сделал, поэтому вопрос о социальной справедливости в отношении владельцев дорогих автомобилей, дорогих и мощных автомобилей, здесь законодатель почему-то считает, что это синонимы. Дорогие и мощные у них пишется в одно слово. И вот на волне этого разговора о социальной справедливости и борьбе с богатыми, начавшийся, позволю себе отметить, в 1917 году, любимое занятие в нашей стране — бороться с богатыми, он плавно перерос в чисто московскую беду имени товарища Собянина под названием «Новый транспортный налог». И вот здесь как раз социальная справедливость, она в полный рост, очевидно, стала, поскольку ни в коем мере не изменила ставки транспортного налога для автомобилей мощностью свыше 200 лошадиных сил. Транспортный налог во всей своей социальной справедливости шарахнул по карману и по головам людей, ездящих на машинках с маленькими моторчиками. То есть те, кто ездит на «Жигулях», те, кто ездит на всяких «Лацетти», «Логанах», вот им ставку транспортного налога подняли. А тем, у кого машинка подороже, получше, помощнее и поинтересней, у кого 200 лошадиных сил, у кого 225, там градация такая, от 200 до 225 лошадиных сил, было раньше при товарище Лужкове 75 рублей за лошадиную силу. А сейчас 75 рублей за лошадиную силу. В диапазоне 225-250 лошадиных сил. Сколько рублей? 100 рублей. Ага. А дальше сколько свыше 250 лошадиных сил? 150. Давайте все это оставим. Давайте богатых не будем трогать, давайте мы навалимся на кого? На самую массовую категорию людей. То есть на тех, кто, во-первых, беззащитен, во-вторых, никуда не денется, в-третьих, ну что ему? Ну он за свой «Жигуль» сколько там платил? Ну он платил 600 рублей, ну будет платить 1200 рублей. Ну вот в этом и есть социальная справедливость. Если ты ездишь на «Жигулях», да еще по Москве, да как ты смел, вообще город для богатых. Ну станешь богатым, и мы тоже тебя пощадим. Но закон, он многогранен, он многопланов, там несколько аспектов. Во-первых, не тронули богатых, то есть людей состоятельных, людей, ездящих на более дорогих машинах. Маленький элемент здравого смысла существует даже здесь, потому что все-таки машина с двигателем мощностью 200 лошадиных сил не обязательно новая и не обязательно дорогая. Это может быть простой американец, у которого в принципе так принято, что под капотом у него даже с карбюратором каким-нибудь там четырехкамерным и то мощнейший мотор. И эта машина не то что роскошью не является, эта машина является головной болью владельца, и не всегда, причем, люди ездят и гордятся этим изо всех сил. Иногда они мучаются, одеваться некуда. А посмотрите на какой-нибудь, например, внедорожник дальнего Подмосковья. Поверьте, бывает такое, видел своими глазами. Деревенский какой-нибудь чероки, у которого тоже довольно мощный мотор. Роскошью это рухлядь не является. Остаточная стоимость у нее может быть в том числе и 150-200 тысяч рублей. А налог на нее, вот в данном случае, это единственная категория людей, которая более-менее выиграла, но при этом нужно иметь все-таки московскую прописку, потому что в области у тебя, если она областная, тебя это не касается. Это игра уже товарища Шойгу, а не товарища Собянина. Второй нюанс закона, который с 1 января 2013 года радует нас, москалей клятых, живущих в этом городе под заботы товарища Собянина. Теперь есть предел для льготников. Есть льготные категории, например, ветераны. Ветераны и инвалиды войн. Вот это абсолютно правильно. В принципе, на мой субъективный взгляд, ветераны любых конфликтов должны быть освобождены от любых государевых податей. У них должна быть бесплатная коммуналка, у них не должно быть квартплаты, у них не должно быть ни в коем случае никаких налогов. Потому что человек, хлебнувший, ветеран... Знаете, ветеран, конечно, бывает штабной, а вот участник боевых действий... Не дай бог кому-нибудь на своей шкуре испытать, что такое боевые действия. Не дай бог. А когда, тем более, тебя не приглашали, а просто взяли за шкирку и сказали, а поди-ка ты повоюй. То хотя бы просто отсутствие транспортного налога, если по какой-то причине ты остался жив, цел, и у тебя есть автомобиль, это уже очень неплохо. Мало. Ну, неплохо. Хоть в чем-то, хоть где-то элемент справедливости. Но товарищ Собянин, получив статистику, что порядка где-то, наверное, третье льготников — это жлобы непорядочные на Porsche Cayenne'ах, даже неважно, ветераны они или не ветераны, но на богатых машинах. То есть это же как же они себе позволяют? Так вот, взяли и ввели предел. Теперь льготы не распространяются, даже если льготная категория, а машина мощнее 200 лошадиных сил. То есть на машине 150, пожалуйста, льгота, да, действительно, ты ветеран. А если у тебя 200 лошадиных сил, а нас уже не волнует, какие заслуги перед Родиной. Может, ты там кровь проливал?
А что ты тогда, если ты кровь проливал, у тебя машина мощностью 201 лошадиная сила? А ты не мог бы так вот как-нибудь кровь проливать, чтобы у тебя мощность двигателя была в автомобиле, ну, хотя бы 70 лошадиных сил? Нет, нет, не мог, да? А вот тогда мы эту льготу тебе отрежем, потому что у нас есть подозрение, что разбираться нам не хочется. Подозрение у нас есть, что ты, мил человек, нечестный. Поэтому мы на всякий случай выплеснем и ребеночка из купели, а там уже посмотрим, как ты будешь барахтаться. В этом, кстати, тоже есть элемент социальной явной справедливости. Сейчас перерыв на новости, потом мы вернемся к этим нашим автомобильным вопросам. Звонки уже есть. Телефон в студию 65 10 99 6. Еще немножко терпения, мы перейдем к обсуждению того, что у вас наболело. Послесловие к Собянинскому закону о москалях-клятах, катающихся на престижных машинах с мощностью двигателя свыше 200 лошадиных сил. То есть речь о новом транспортном налоге, вступившем в действие с 1 января 2013 года. Значит, пункт первый. Удорожание, в данном случае обладанием автомобиля, не коснулось людей на мощных машинах. Во-вторых, из льготной категории выведены те, кто имеет право на льготу, но тем не менее по-хамски позволил себе кататься перед носом у власти на автомобилях мощностью 200 лошадиных сил и более. Это просто неприлично. Если ты льготник, то ты обязан быть нищим, убогим и желательно инвалидом. И третий нюанс. Если, например, ты многодетный отец, то в твоей семье подобный автомобиль может быть только один. Ведь многодетный отец, любой многодетный родитель, это человек-то любой, всего двое, папа и мама. Так вот, либо папа, либо мама, вы обязаны быть нищими, обязаны быть убогими. Поэтому и машина у вас может быть максимум только одна. И, во-первых, она не должна быть выше 200 лошадиных сил. То есть, если ты многодетный отец, ты не должен ездить на каком-нибудь там Dodge Ram или там Dodge Durango. Нет, ты должен тошнить тихонечко на чем-нибудь попоганей, потому что только так мы понимаем, за что, какая может быть льгота. То есть вот эти вот три аспекта. Богатых мы не трогаем, 200 лошадиных сил являются пределом, и льгота распространяется не на всех членов семьи, а, например, в случае с многодетными, только на одного из них. Приятные нюансы, и здесь, конечно, видна забота власти именно о социальной справедливости, которая в последнее время в обществе у нас трагическим образом с утра до ночи колышет судно на волнах. Власть считает, что разбираться с каждым конкретным случаем, с каждым конкретным автовладельцем просто не имеет смысла. Правильнее сделать привычно. Во-первых, написать бумажку, которая решит все сама и за всех, а во-вторых, давайте все-таки дубиной. Давайте с этими людишками дубиной, потому что есть ощущение, что кто-то из них нечестен, но мы ни в коем случае не будем разбираться, кто и в чем нечестен. Ты сел за руль, дальше, как у басни Крылова, ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. Если помните эту фразу, он произнес волк по отношению к совершенно беззащитному существу. Поэтому налог у нас с вами есть. Это очень неплохой и очень показательный старт автомобильной действительности 2013 года в городе Москве. Сейчас я попробую взять звонки, потихонечку мы с вами уже перейдем ко всему на свете. У нас на линии Александр. Александр, здравствуйте. Здрасте. Добрый вечер. Александр, меня зовут, дальше представлюсь. У меня два вопроса. Один, скорее, такой специфический вопрос. Сразу его задам. Хотел бы услышать ваш комментарий по поводу недавней ситуации на трассе Москва-Санкт-Петербург. Именно многочасовом, скажем так, многосуточном стоянии там людей. Александр, вы обратили внимание, как называется эта трасса М-10? Это вот по принципу, как корабль назовешь, так он и поплывет. Это трасса «Россия». Ага, ясно. И второй вопрос, скажем так, личный, по поводу машины. Если сравнивать «Шкоду» и «Вольксваген Тигуан», при условии то, что я беру эти две машины, и Volkswagen мне обходится дешевле. Что лучше? Yeti лучше. Yeti лучше по настройкам. Она немножко иначе едет, держится за дорогу и, в принципе, себя ведет. И у Yeti, что мне очень нравится, невероятно адекватная прошивка системы тормозов. А вот по Тигуанам у меня, например, у меня в двух социальных сетях, у меня на Фейсбуке и на Одноклассниках есть странички, куда можно зайти. И они обе завалены жалобами на неадекватную работу АБС у Тигуана. Причем настолько она неадекватная, что иногда люди промахиваются не просто мимо сугроба, а еще и мимо телеграфного столба. И если машина не комплектуется хорошим 12-часовым армейским памперсом, то дальше как выживать уже непонятно. Притом подобная проблема была на Volkswagen Polo. И газета «Авторевью»
ребята мужественно ткнули носом фольксвагеновцев в эту проблему, потому что Volkswagen делал вид, что ничего подобного. Подумаешь-ка про... Слушай, что там АБС не работает? Да ладно, что вы там? В конце концов, русских в несколько раз больше, чем немцев. Нет, газета «Автревью» настояла своим экспертным мнением на том, чтобы немцы приняли ко вниманию эту проблему и начали ее решать. Решают. По Тигуану пока люди ведут себя более спокойно, то есть не бьют во все колокола. А проблемы с тормозами есть. Неадекватно работает АБС. Причем немцы это объясняют тем, что мы сделали упор на управляемость. И если перед водителем Volkswagen Tiguan возникает какое-то дорожное препятствие, мы сделали все для того, чтобы АБС и, в принципе, тормозной привод исполнения программы по торможению не мешало ему объезжать препятствия. То есть немцы в данном случае... вежливо скажу, положили с прибором на требование правил дорожного движения. Потому что у нас в ПДД написано, что в случае возникновения препятствия на дороге водитель обязан остановиться. Он не имеет права вообще дергать руль. Он должен тупо тормозить. И в данном случае ему должна помогать АБС. А немцы посчитали, что, ну, все-таки они же изобрели обезьяну, они придумали автомобиль, они придумали Volkswagen, поэтому им виднее, как должен наш водитель по правилам, не по правилам, вести себя за рулем. Соответственно, не надо тормозить по Volkswagen Tiguan, давайте обижать препятствия, давайте учиться. Вот у Шкоды этой подлянки нет, у Шкоды с тормозами все замечательно, причем мне у Шкоды, у Йети очень нравится и вариант с DSG 1.8, и на ручке 1.8 очень хороший вариант, и в принципе она отлажена немножечко под более тяжкую эксплуатацию. Меня смущает горьковская сборка, нижегородская. Нижний Новгород последние 70 лет не был эталоном качества. Хочется верить, что чехи эту проблему знают и решают. По крайней мере, мне они клялись, что они ее знают. Насколько они решают, мы этого не знаем. Хочется верить. Ну, Тигуан тоже. Вы знаете, какой, чьей сборки Тигуан? Мы с вами знаем, чьей сборки Тигуан. Илья. Илья, здравствуйте. Алло, добрый вечер, Сергей, добрый вечер, радиослушатели. Я хотел бы все-таки вернуться к теме о транспортной налоге, который ведется в январе. Ну, вы знаете, в мультфильме, который все знают, предлагалось мерить длину попугаями, питонами. Почему у нас роскошь исчисляется в лошадиных силах? А давайте еще будем исчислять в банках икры, или, не знаю, там, в метрах, в миллиметрах ртутного столба. Но я говорю, наверное, от лица тех водителей, которые, к сожалению, имеют хобби в виде рыбалки и езды по не только московским улицам, то есть владелец нормальной машины, внедорожника, да, поддержанного, да, внедорожника, но, к сожалению, европейские производители нас не любят такими моделями, да? Так, Илья, как вас... вы сказали, эти автомобили, да, имеют большую лошадиную, ну, больше лошадиной силы, чем те же самые европейские машины, каноничные и маленькие. Илья, давайте я вам отвечу уже на этот вопрос. Давай. Законодатель в данном случае поступает так, как выгодно ему. Если он будет исходить из исчисления транспортного налога, исходя из объема, ну, представьте себе, двигатель объемом 1.4, мощностью 180 лошадиных сил. Где он больше денег сдерет? Его задача — обобрать каждого из нас в три конца. Ему совершенно наплевать на социальную справедливость и на какую бы то ни было иную справедливость. Он допущен как гопник на дороге до нашего кошелька. Гопник в качестве аргументации использует обычно тяжелые предметы, либо колющие и режущие. Мотивация у него точно такая же, как у законодателя. Только законодатель для этого использует не колющие и режущие предметы, а букву закона. Он берет и поднимает ставку транспортного налога, исходя именно из лошадиных сил, потому что лошадиных сил обычно оказывается больше. И современная тенденция двигателя любого именно в том, что при малом объеме, благодаря требованиям экологическим и тем более двум турбинам, мы получаем совершенно невероятную мощность на выходе. Значит, можно и 200 лошадиных сил получить с объема в 1.4, и каждую лошадку аккуратненько подергать за хвостик в расчете на то, что ниточка золотая и звякнет оттуда монетка. А с объемом, вот с этим аккуратным европейским подходом к налогообложению, в данном случае мы не дружим, потому что в таком случае получится, что очень многие люди заплатят не столько с них, сколько с них можно содрать, а всего-навсего какую-то скромную сумму. Скромная сумма нас не устраивает. Ну что вы, конечно, нет. Валерий Мельников, алло. Валерий. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Валерий. У меня вот два вопроса к вам. Значит, будет ли у вас по четвергам встреча с водителями дальнего и ближнего зарубежья нашего бывшего Советского Союза, ну и России?
как было у вас на маяке. Будет. На самом деле не сразу, но будет, потому что мне тоже кажется, что жизнь не заканчивается на Собянине и на Московской кольцевой автодороге, как бы ему ни мечталось об этом. Поэтому, конечно же, и о том, чем живет страна и автомобилисты страны, мы тоже будем говорить. Наверное, это будет привычной уже частью аудитории четверг, тем более, что интернет распространяется по всей стране, ничего с этим пока еще поделать нельзя, поэтому, да, со временем мы к этому придем. Не сразу, не в этот четверг точно. Ну, хорошо, да, спасибо. И еще такой вопрос. Сергей, вот мы с вами как бы там переписываемся иногда, не так часто. Я больше вас слушаю все-таки. А я вас больше читаю. Скажите, будет ли какая-то реакция там властей или руководства станции на вот... ваши объективные и абсолютно оправданные требования к законодателям и вообще к власти? Или это все равно вытечет, там, я не знаю, в манишку? Валерий, ну вы обратили внимание, что есть много в нашей стране людей, очень грамотно говорящих на болевые темы, очень аргументированно. Да, их да, тоже слышат и видят. И обратите внимание, вот как, например, вдруг страна узнала о существовании совершенно умного, интеллигентного, невероятного человека Льва Шлосберга, выступившего в Псковской думе по поводу закона подлецов, и очень аргументированно и очень точными словами описавшего ситуацию. Мы знаем, что героев достаточно. Как-нибудь это влияет на курс корабля? На курс корабля... Ну, торпеда под ватерлинию, но это точно не мы. Ни в коем случае, потому что у нас не совпадают интересы. Валерий, вот наши с вами обывательские интересы людей за рулем совершенно не совпадают с тем, что происходит на капитанском мостике. Капитанский мостик, он сильно обеспокоен тем, что вот, например, еще немножко, и людей, живущих на этом мостике, не пустят в родной Куршевель. И они поедут максимум куда отдыхать, так это на курорт Краснодарского края. Куда-нибудь в Кущевку. А в Кущевке там, конечно, климат оздоравливающий, но сказывается иногда побочными эффектами далеко не на всех благотворно. И как бы мы с вами по этому поводу не махали руками, не говорили, ребята, давайте в другую сторону, пока наши знаки с вами не очень заметны. Помните, как на флоте обычно флажками общаются корабль с кораблем? Да, да, да. Особенно по историям 1905 года у Сергея Эйзенштейна. Вот мы с вами, в принципе, как немые, ручками машем, но незаметно нас, не слышно. Но, Валерий, мы должны быть счастливы, что нам не проявили заботу и пристальное внимание. Потому что как только пристальное внимание проявляют, получается, например, 2 года у Pussy Riot. Внимание было пристальное, да, действительно. Или, например, уголовное дело против Навального. Ни одно, ни второе и ни третье. Тоже неплохо. С другой стороны, обратите внимание, да. Валерий, все-таки мы с вами переписываемся. И выяснилось, что вот есть Сергей Асланян, а есть Валерий Мельников. А думают они одинаково. Раньше мы этого не знали. Казалось, что мы каждый по отдельности. Нет, нас уже двое. Валерий... Нет, я думаю, нас намного больше. Нас на самом деле действительно спасибо много. Вам. Спасибо вам. Еще один звонок. Видите, столько... Это говорит о том, что все-таки и звонков много, и людей в пробках тоже много. Никита. Алло. Здравствуйте. Добрый вечер, Сергей Степанович. Очень приятно вас слышать. Скажите, нужен вам совет. Один из 3 пикапов для поездки на Волок. Амарок, Халюкс или новый Рейнджер? Новый Рейнджер мы с вами еще не трогали. На Хайлюксе, причем с коробкой автомат, с очень неплохим самоблоком сзади, я один из коротких волоков выходного дня прошел. Мне Тойота понравилась. Она и по геометрии хороша, и по своим тактико-техническим характеристикам хороша. Причем вот в Тойоте, в принципе, даже не нужно серьезно заниматься апгрейдом. Там уже все, что надо, все есть. У Амарока, у него какая проблема? Если это Амарок на автомате, то это обычная легковая машина, потому что у него понижайки нет. Если это на ручке, да, действительно, в том числе у него стоит остро дефицитная в наши дни блокировка заднего дифференциала, но он низкий, он пузом скребется, его надо лифтовать. Перерыв на новости, потом возвращаемся. В автомобильном отношении сегодня в Москве достаточно спокойный день, пробки не зашкаливают. Именно поэтому, с одной стороны, мы с вами так спокойно общаемся, а с другой стороны, так мало звонков. 65-10-99-6. Добро пожаловать. Звоните, пообщаемся. Но здесь несколько вопросов на сайте. Причем есть один вопрос технический. Он пришел еще 3 числа, но я так понимаю, что у Дениса серьезная проблема. И вот в чем она. На новом достаточно отсете 1.4 при минус 20 начинает заливать двигатель.
и Денис менял свечи, помогает всего на один раз. Дальше вопрос вот в чем. Помогут ли иридиевые свечи или проще писать претензию дилеру при каждом обращении? А, Денис, проблема в том, что свечи здесь абсолютно ни при чем. Это вам свечь богатит. То есть получается так, что мозги вашей машины, приняв во внимание сильный мороз, и вместо того, чтобы как крестьяне торжествовать, она начинает богатить смесь и хлюпает туда из ведра все, что у нее есть. Свечи с этим просто не справляются. Это прошивка. То есть вам нужно всего-навсего найти того пользователя, который уже прошел эти муки ада и знает, как именно изменить программу управления двигателем. В данном случае программу управления впрыском. Возможно, здесь еще есть один нюанс, что вы делаете с педалями. Успеваете вы качнуть или нет? То есть вы, например, отжали сцепление, вы на педаль газа как? Наступили? Потому что у некоторых, вот у японцев, например, это принято, когда сильный мороз, сильный с точки зрения японцев мороз, то есть это от 15 и ниже, нужно, в зависимости от того, сколько, 15 градусов один раз наступить на педаль газа, просто качнуть. И тогда борткомпьютер получает команду, что ой, действительно холодно, давай-ка я тогда буду работать по иному алгоритму. Если мороз 25 градусов, тогда нужно качнуть два раза. После того, как мороз 30 градусов, качать бесполезно, оно может, в принципе, не завестись. Но самое главное, иридиевые свечи – это лишние траты. Вы пойдете по неверному пути, не уходите в эту сторону, не надо. Еще один вопрос, сейчас я попытаюсь его найти. Телефон, 65, 10, 9, 9 и 6. Да, вот они пробки, вот они, московские пробки. Василий на связи. Василий. Алло, добрый вечер. Добрый вечер, Василий. Вот, у меня такой вопрос. Интересует ваше мнение, что можно сделать с производителями по поводу, скажем так, большого шума или гула в автомобилях такого класса, выше среднего, там, вот, бизнес-класса. Василий, давайте сразу конкретно, что за машина и что за проблема? Автомобиль Skoda Superb, в принципе, такая проблема есть и на Passat'ах B7, на B6'ах, как бы, проблему исследовали, ну, скажем так, немножко дилетантским методом, то есть замеряли уровень шумов, вот, и если отсекать низкочастотный гул, который, скажем так, по медицинским критериям является максимальным, 140 децибел по ушам, сверхзвуковой истребитель пролетел над крышей, вас вжало в сиденье. Это не тот шум. А что у вас шумит? Нет, на самом я деле? Понимаю, Василий, что конкретно шумит? Это трансмиссионный шум, это двигатель или это общий фон автомобиля? Дороги, общий фон, да. То есть если говорить... Недостаток шумоизоляции, это не агрегатная проблема, когда вы по данному шуму идентифицируете, например, что у вас ДСГ плохо работает. То есть это не претензия к агрегату, нет, это общий уровень. Абсолютно с этим не связано. Зима-лето есть дифференциация? Зимой и летом это одна проблема или это две разных проблемы? Скажем так, примерно то же самое. Разные виды резины, шипы, не шипы, липучки, самые тихие резины, которые есть, это там Якогама, децибел и прочее, то они сильно не влияют. Не устраивает, потому что в целом есть в Суперби проблема под названием недостаточная шумоизоляция. Я правильно понимаю? Я бы сказал, даже не то, что недостаточная шумоизоляция, а в наших условиях конкретно. Василий, дело в том, что я довольно много проехал на Супербах, этой проблемы не заметил вообще. Возможно, что это индивидуальная особенность какой-то партии автомобилей. Давайте тогда, чтобы не обременять всех этой узкой тематикой, найдите меня на Фейсбуке, напишите мне более подробно, что именно происходит конкретно с вашим автомобилем. Попробуем разобраться при помощи московского представительства. Но у меня было много разных Супербов, много Супербов хороших и разных. По поводу шумоизоляции ни к одному из них у меня претензий не было, ну, в общем-то, никогда. У нас Вячеслав на связи. Вячеслав? Добрый вечер. Меня Вячеслав зовут. Я бы хотел узнать вообще про ваше мнение о машинке Citroen DS5. DS5 – это эстетика. Если вы эстет, если вы ценитель тонкой, изящной французской красоты, то никакие остальные аргументы вам уже не понадобятся. Если вы в душе технарь и подозреваете, что в столь изысканной упаковке, в этом
чудном ларце есть какие-то технические нюансы, менее достойные, чем его внешность, тогда эта машина, в принципе, не для вас, поскольку этих нюансов очень много. Она построена ДСК при всем великолепии, при всем этом шикарном французском замахе. Но французы, они ведь ребята изящные. С одной стороны, они могут сделать плесневелый сыр, от которого будешь получать удовольствие, а с другой стороны, могут испортить все это каким-нибудь совершенно несуразным подходом к теме, когда они говорят, знаете, вообще-то это едят без хлеба, но с большим количеством сливочного масла. И Рокфор нужно в пропорции 50 на 50 смешивать ножиком в тарелке, а потом все это есть. Вот у меня, например, эта эклектичная картина великолепия уже не складывается. DS5 был сделан на платформе, вы не поверите, Peugeot 307. То есть модельный год платформы 2001, ну, проще говоря, 2000-й. Взята простенькая тележка, ну, совсем простенькая тележка. И накрыто дизайнерским шедевром. Сделано это потому, что захотели хоть на чем-то сэкономить. Но правило-то здесь бизнеса в том, что экономить нельзя ни на чем. Ты должен взять шикарную платформу и должен накрыть ее шикарным кузовом. И недопустимо делать плохонькую, простенькую, компромиссную подвесочку, когда все знают, что Citroën — это гидроактив в обязательном порядке. И DS5 они были обязаны сделать с гидроактивом третьего поколения. То есть нужно было делать ДС-ку на платформе C5. И то, что они взяли и сэкономили, это вселяет в людей раздвоение личности, потому что красиво невероятно, шикарно и потрясающе. Причем, кстати, достаточно функционально и удобно. Но если вы через полгода очарования трезвеете, достаточно все-таки много людей, которые трезвеют через полгода. Выходите из этого состояния восторженного дурмана, и вдруг понимаете, что едет оно просто, оно не соответствует. Это эклектика, это инженерная эклектика, и очень жаль, что французы ее допустили, хотя вот лично мне это абсолютно не мешает. Знаете как, я начинал на «Жигулях», у меня когда-то был горбатый «Запорожец», после горбатого «Запорожца» у меня был «Жигуль», и это было такое счастье, что все остальные мелочи уже не воспринимались. DS5 — это эстетика, это красота. Если ваша жена любит «Шанель номер 5», а вы сами пользуетесь «Саважем», тогда какая вам разница, как именно звучит у нее главная пара, у DS-ки вашей, какой у нее дорожный просвет и, в принципе, какой стоит клапан на отбой амортизатора. Да, я бы поставил другой. Но эта штука для того, чтобы радовать глаз и радовать душу. А для того, чтобы нежить попу, она подходит не по первичным, а по вторичным признакам. В ней тоже достаточно мягко. Но, Вячеслав, видите, проблема в том, что эта машина сделана, в первую очередь, только ради красоты. У нас Виктор на линии. Виктор, алло. Добрый день, Сергей. Здрасте. Степанович, Виктор, Москва. Мне у вас странное отчество. Я-то Степанович, а вы Виктор, Москва. Либо... Я Виктор Сергеевич, я из Москвы. Виктор Сергеевич, рад. Вопрос такой. С товарищем любим ковыряться в железках. И перебрали, в общем, все свои машины. И решили с ним напополам взять что-нибудь старенькое, японское, на зиму. Полноприводное, скорее всего, в правом руле. Чейзер или Марк 2? Скажите, наверное, что лучше. Ух ты! Ух ты! От чего может отталкиваться? Почему у вас такой странный заход? Вот вы чем мотивируете выбор этих, в общем-то, достаточно утильных автомобилей? Понятно, что раз вы, ребята, рукастые, то эта игра для всех, она называется «Кто последний, тот дурак». В вашем случае не вариант. То есть вы ее все равно спасете и, скорее всего, заставите даже ездить. Но почему именно из них вы выбираете? Ну, потому что... Валяется в соседнем дворе? Нет, именно ищем машину, как бы, везде, где только можно, во дворе ничего нету. Хочется именно что-то старое еще, вот тех времен, японское, и, ну, вообще хотели, как бы, попробовать подрифтовать, а не зимой, может быть, на трассе, или что-нибудь такое. То есть задний привод, вот почему Марк, вот почему Чейзер, Марк, потому что он заднеприводный, то есть русская народная песня «Тыжманы-тыжманы дрифтанула». А телеграфные столбы начинают перебегать дорогу с ужасающей скоростью, иногда лезут обниматься. И вы к этому хотите как-то приготовиться морально, а в случае, если не получится, сказать, ну и черт с ней, все равно $5 стоило, пойду куплю себе следующего Марка, да? То есть не жалко? Типа того,
Только да, но мы как бы готовимся основательно. Если это будет трасса, то, скорее всего, будем как-то усиливать кузов, обвешивать его чем-то, чтобы как-то не убиться. Там шеститочные ремни. Кранцы вот по периметру, швартовые. Ну, чтобы как на кораблях, когда уже пошел на силовой абордаж, чтобы можно было покрышкой притереться, которая во всю дверь привешена, нет? Для начала, кстати, тоже вариант. Ну, почему бы и нет? Виктор Сергеевич, возьмите любую из этих машин, потому что вы сталкиваетесь с изможденным аппаратом, с большой биографией, с огромным количеством хронических болезней, здесь без разницы. Смотрите, у кого компрессия в движке живая, у кого на четвертом горшке она равна... У четырехцилиндровых моторов, у них обычно при больших пробегах в четвертом горшке компрессия заметно ниже, чем во всех остальных. Если вы найдете машину, у которой компрессия во всех четырех горшках будет одинаковая, все, берите, неважно, кто это будет, марка или чейзер, вот абсолютно по барабану. Потому что если вы в процессе подготовки машины к дрифту и усилению кузова еще полезете и мотор перебирать, и еще и коробку, то есть вы будете делать полный апгрейд автомобиля, ну пусть там хоть что-нибудь будет живое. Желательно, чтобы движок. А потом позвоните и расскажите, чем все это кончилось, потому что это очень увлекательно. У нас две минуты, поэтому еще и Александр. Александров у нас, кстати, тоже много. Александр, вы на связи. Алло, здравствуйте. Очень понравилась ваша передача. Честно, там первый раз слушаю, ехал за рулем. Классно. Вопрос, ну, как спасибо. Две части. Вернусь к налогу, окей? Давайте. Про налог на роскошь. Какой ваш прогноз? Там то, что я как любитель американских машин, да, о чем говорилось вначале, то есть Гранд Чероки, Додж Рам и ниже с ними. Хорошие у вас вкусы. Не, я как бы исключительно это. Вот предыдущий звонящий говорил про японский, я тоже раньше любил японский. Дальше нет. Но после Додж Рам, ты же понимаешь, что какой может быть чейзер под попой? Кстати, вы говорили про чейзер и про компрессию. В четвертом горшке уж брать, так шестицилиндровый чейзер. Если найди. Конечно, хорошо было бы. Но шестерка уравновешенная. Вообще, в принципе, шестицилиндровые двигатели живут дольше и лучше. 2,5 в чейзере, как раньше мы их называли в молодости, маркообразные. Да. Чейзер, марка, креста. Вот, они в шестерке там, по-моему, очень даже неплохие. Шестерки там отличные, шестерки, в принципе, у них классные. Ну да, у меня был там в свое время, как бы, спринтер Марино, а Тойота Сельсиор была. Богатая биография, Александр. Чего-чего? Богатая биография. Ну да, я люблю интересно. Так, у нас с вами 30 секунд, что с налогами делать будем? Да, вопрос, прогноз по налогу на роскошь, будет он или не будет, потому что я собираюсь что-то больше 300 лошадиных сил, и не будет он случайно больше 300 лошадиных сил. Они постараются, понимаете, с одной стороны, проще говоря так, денег столько украдено, что нужно хоть на кого-то переложить финансовое бремя. Но очень опасно, потому что это удар против них самих. Они же, не в том смысле, что они украли, нет, что вы, а в том смысле, что они главные пользователи автомобилей с этими объемами. Сейчас перерыв на рекламу, а потом опять разговоры об автомобилях. Интенсивность московских пробок недостаточная, но тем не менее, нам с вами в пробках есть о чем поговорить. На связи у нас Александр, телефон у нас в студии 6510-996. Александр, здравствуйте. Здравствуйте, еще раз. Да-да-да. Ну, это я тут... Вы сумели. Привалерка. Да-да-да. Вот. Ну, собственно, вот вопрос был про не примется ли налог на рост. Не должен, потому что он взрывоопасен. И самое неприятное, что этот налог против них самих. С одной стороны, они за него будут хвататься. Вы обратили внимание, что сегодня с утра уже товарищ Путин погнал волну по поводу того, что не надо ли пощипать богатых на дорогих автомобилях. И в информационном поле дня новость не получила дальнейшего развития. Она, видимо, завтра еще всплывет и будет комментироваться очень активно, потому что, начиная с 2017 года, богатых щипать в стране у нас любят и умеют. Несколько десятков миллионов людей даже погибло в результате этих затей власти. Но сейчас получается так, что власть тоже богатая, поэтому любой закон против этих самых богатых, он означает, это закон против нас самих богатых. А это уже, извините, к сожалению, опасно. Еще один Александр. Александр, номер... Ну, да, без номера. Здравствуйте, Александр. Добрый вечер. Говорите. Хотел бы проконсультироваться по поводу XC70 Volvo и, так сказать, ее ближайших конкурентах. А с каким мотором 70-ку вы смотрите? Где-то 200, там, по-моему, 15 лошадиных сил дизель. Это который D5? Да. D5 мотор, это
настолько интересный и качественный инженерный шедевр, что абсолютно без разницы, в какой упаковке вы его берете. Но Хосе 70 с D5 это потрясающе интересный аппарат. Едет он здорово. Мотор мне очень понравился. И даже жалко, что он не каждый год берет премии на международном конкурсе «Двигатель года». Очень хорошо он работает, очень интересно с ним ездить. Две турбины у него. И самое приятное, что в техническом плане нельзя сказать, что этот перегруз по турбинам и по энерговооруженности очень серьезно, например, сказывается на ресурсе. Эта штука хорошо работает. Вообще, Хосе 70 – это машина, которой китайская фирма Volvo должна гордиться. Очень удачный агрегат. Вот как они начали с того первого аппарата, вот так по сию пору у них получаются очень достойные аппараты. И мне в 70-ке нравится и дорожный просвет, и металлическая решетка, которая у него в багажнике стоит и отделяет нас от тех, кто живет у нас там, например, собачек, кошечек. И мне очень нравится управляемость. Мне в целом в Volvo нравится все, кроме того, что она китайская, а китайская столько стоить не имеет права. Александр, вы как-то, по-моему, поникли немножко. Нет. В общем, достаточно, так сказать, интересно услышать. Вот. Но очень много читал нареканий о том, что электрика, подвеска, вот, для такой машины, при том, что она полноприводная и претендует такой на очень интересный промежуток между внедорожником и универсалом. Вот отсюда и проблемы. Александр, перебью. Вот отсюда и проблемы. Люди считают, что вся полноприводная техника, она обязательно джип. На самом деле, Volvo — это абсолютно легковая машина, у которой полный привод не для преодоления брода и не для штурма Брестской крепости, а для лучшей управляемости, оптимального перераспределения крутящего момента по осям, будь он трижды здоров. Эта машина ни в коем случае не является внедорожником. Это машина для того, чтобы очень красиво смотреться на лужаечке перед гольф-клубом. И когда мы по нашей русской ментальности считаем, что стоимость джипа, полный привод джипа, фирма, ну, типа, тоже крутая, а дай-ка я попробую. Вот тут начинается, а что это у меня вдруг почему-то амортизатор через капот вылез? А что это у меня с шрусами? А почему они у меня повываливались? А что это у меня там с коробкой? Мы переоцениваем. Шведы и китайцы даже не подозревали о том, что в России эту машину воспримут настолько серьезно. Она даже не кроссовер. Она просто легковая машина на полном приводе. То, что по ГОСТу раньше называлось автомобиль повышенной проходимости. Не более того. Спасибо. Ой, спасибо, Александр. У нас первая женщина, у нас Алина на связи. Алина, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Наступившим Новым годом вас. Пойте, спасибо. Этот женский голос украшает нашу программу. Спасибо, с Новым годом, с Рождеством и удачи нам с вами на дорогах и вне дорог. Да, спасибо. У меня не вопрос, у меня скорее наблюдение. Хотелось бы поделиться, наверное, с радиослушателями тоже. Вот по поводу налогов очень интересная тема. Всех нас волнует, заботит. Я уже сама давным-давно за рулем, уже лет 15. Вот хотел поделиться. Вы, наверное, в курсе, что с 1 января 2013 года отменили налог на имущество юрлица. Теперь не платят налоги вот эти автомобильные. Так что вот так, на заметочку, если у кого-то есть там возможность и так далее. Перейти под юрлицо. Конечно, конечно. Да, вот, а ну, сделано вот, это как, почему? А сделано почему? Это почему? Потому что это выгодно тем самым вот товарищам, которые в большинстве своем пользуются служебным автотранспортом. Ну, как мне кажется. Да? Или у которых вот есть почему-то некая печать в кармане, которая их собственный, да, автомобиль сразу трансформирует в машину, принадлежащую юридическому лицу. Помните, как у Жириновского спросили? А скажите, откуда у вас Майбах? Помните, как он сказал? А мне этот Майбах подарили те люди, которые дали покататься, тому, который дал покататься, который ему подарили у моего сына. Это была машина, которую ему подарили, дали покататься. Совершенно верно. Так что, конечно, если вот есть возможность, то вот, конечно, такая лазейка есть теперь. Вот, и еще вот одно, может быть, совсем не в тему передачи, ездили тут в Тверь на днях, трасса М9, слушайте, вот 15 лет за рулем, я такой дороги никогда не видела, такое ощущение, что ее бомбили из танков в буквальном смысле слова на протяжении 50 километров, то есть вот где-то там мосты строят там какие-то совершенно никому не нужные, а тут рижское направление, Волоколамка там, не знаю, не помню сколько, где-то не доезжает от Ржева недалеко. То есть действительно проехать невозможно. Ну вот,
Алина, ну, вы, вы абсолютно правы, эту дорогу действительно бомбили, и танки по ней действительно ездили, и мы помним и чтим свою историческую память, для нас это очень важно, поэтому присутствие тигров на этой трассе, мы его пытаемся как-то сохранить, не то чтобы культивировать, но ведь мы же неспроста имеем столь интересный и нетрадиционный подход к собственной истории, что Горьковский автозавод, например, назвал броневик тигром. Я не могу сказать, что они идиоты. У них просто память короткая, историческая, либо какое-то извращенное чувство юмора, потому что репортаж из серии «Тигры на Красной площади» у меня, например, вызывает содрогание. И когда вы говорите о том, что трасса под Ржевом разбомбленная, да, конечно, а какой она еще должна быть? Ведь ничего удивительного, мы должны гордиться в том числе каждой ямкой, потому что в этой ямке, например, захватчик погиб. Обнесем ее забором, будем считать, что вот так оно и полагается. Если вы хотите по хорошей дороге прокатиться, прокатитесь по Сколковской трассе. Это дорога имени товарища Шувалова. Это нано-дорога, 5 километров. Она ведет из Москвы в Москву. Она, правда, развалилась тоже. Но это зато парадно-выходная наша официальная дорога длиной 5 километров, которую мы строили и звенели откуда только можно со всех колоколен по поводу применения новейших технологий. Мы изобрели под эту дорогу асфальт, мы под эту дорогу изобрели бетон, мы под эту дорогу изобрели Насрулу Худайбердыева на асфальтоукладчике, и он все это вместе совместил, и у нас получилась наша любимая замечательная... А потом почему-то через ноль был один переход температурный, дорога развалилась, товарищ Шувалов потом ходил по ней и говорил, что надо бы чего-то сделать. А ему говорили, ничего не надо делать, так сойдет. Поэтому дырки под Ржевом в асфальте, это настолько естественно. Мы должны ими гордиться. Вы, кстати, знаете, что 2/3 национальных программ нашей страны, то есть те самые деньги, которые идут мимо бюджета, из резерва, они тоже у нас идут на дорожное строительство, на реконструкцию впрямую, на дороги впрямую. И у нас, если посмотреть, то больше всего денег наша страна, если не обращать внимания на такие мелочи, как Олимпиада, тратит на дороги. И Путин сообщил, что он готов по триллиону в год, начиная с 2012 года, вкладывать в дорожное строительство. По триллиону в год! Представляете, при откатах в дорожной сфере, как врут очевидцы, достигших 600%, на этот триллион в год мы сможем построить, ну, даже под Ржевом мы, наверное, пару заплаток заделаем. Вполне можем себе это позволить. Ну, почему бы и нет? Но все-таки, Алин, традиции. Мы с вами традиции уважаем, уважаем, уважаем изо всех сил. У нас Вячеслав на связи. Вячеслав, добрый вечер. Здравствуйте, Сергей. Что хотел вам сказать? Значит, в 2007 году я купил «Волгу» ГАЗ-31-105, двигатель «Крайслер». Ух ты! Ездил, не тужил, радовался жизни, нормально все. Но где-то начиная с января 2012 года ваши статьи начал читать, где-то слушал, где-то что-то. В конце концов, в одной из передач я вам дозвонился и говорил, что чтобы мне купить альтернативу, ну, чтобы не быстро ехало, вы мне посоветовали «Шевроле Малибу». В общем, ждал я «Шевроле Малибу», ждал. А тут такой ценник выскочил, что уже не захотелось ждать дальше. Да, ценник, когда мне объявили, ужас. Я ужаснулся. Но я рассчитывал на машину в 600 тысяч рублей. Это эпика потом... была, эпика уплыла. За эти деньги 600 тысяч был классный аппарат. Да нет, вопрос не в этом. Мы с супругой подумали и решили, а давайте-ка ценник поднимем до миллиона. И за миллион купим машину. Выбирал из трех машин в результате. Так. Это «Шевроле», «Шкода Суперб», «Киа Оптима» и «Форд Мондео». На самом деле была еще одна машина, ну, я ее не буду рассказывать, чтобы долго. В общем, ситуация следующая. Купил я «Форд Мондео». Купил по нескольким причинам. Но я вам что хочу сказать. Продавец «Оптима» был суперский, но когда я сел в «Форд Мондео», это вещь, я не знаю, это, ну, как написали где-то, бизнес-класс для бедных, но я вам что хочу сказать, я уже проехал 3000 километров на ней, ну, машина-песня. Так что спасибо вам, что вы порекомендовали и заставили меня купить новую машину. Заметьте, Вячеслав, я вам не рекомендовал «Форд», вы его выбрали сами, но после 31-105 любая машина – это «Мерседес». А «Форд Мондео» — это очень хороший аппарат. И у вас замечательная машина, я рад за вас. Это правильный был абсолютно выбор. Вообще, чем быстрее человек пересаживается с баржи на автомобиль, с любой баржи на любой автомобиль, а также, может быть, с баржи, счастье наступает у него совершенно стремительно. Роман на связи.
Добрый вечер, Сергей. Здрасте. Роман, вопросик такой, два вопроса на самом деле. Успеете только один задать? Давайте. Первый, являюсь владельцем B6 1.8 TSI 2010 года. Беспокоит расход масла. Значит, официальный замер проводил официального дилера, 350 мл на 1000 показал. Что вы по этому поводу думаете? Я думаю, что у вас... Вы машину обкатывали как-нибудь? Или она сразу такая пошла? Она вот не с первого... Нет, я ее с нуля взял, салон обкатал, как положено. Как... Вот, и расход прогрессирует. От ТО до ТО у меня палитра увеличивается расход. Понятно. Да. Примите мои соболезнования. У Шкоды это большая редкость. А, то есть у Passat с TSI-евским мотором это не самая большая... То есть у B6 это не самая распространенная родовая травма, потому что сам по себе мотор TSI... Он, в принципе, к счастью, не TFCI-евский, но регулярно, вот бывает, мы в это с вами не верим, но даже у немцев страдает качество. И я многократно сталкивался, когда целая партия вдруг у машин, целый Volkswagen вываливается на рынок, все, хлещет и жрет, просто как зараза. А рядом стоит точно такой же B6, никаких проблем. Это вот именно это и называется не везет. Вот в русском языке именно это называется не везет. Причем не везет по-крупному. Потому что преодолеть это, ну, вы можете туда какие-нибудь модификаторы лить, пока вам это не надоест. Дальше, скорее всего, вам просто, ну что, менять цилиндропоршневую группу, то есть переходить, начиная от сальников, перетряхивать и все вкладыши коленвала с поршневой, ну, это катастрофа. То есть на новой машине. Только мои соболезнования. У нас первый в этом году эфир в новом формате заканчивается. Я передаю микрофон Михаилу Борисовичу Куракину, блистательному знатоку ответов на огромное количество вопросов.